Здравствуйте, коллеги! Меня зовут Лебедев Юрий, и специально для портала Microsoft для малого и среднего бизнеса я представляю серию вебкастов, посвященную Windows Small Business Server 2011. В сегодняшнем вебкасте мы будем разбирать управление пользователями Windows Small Business Server 2011. В предыдущих двух вебкастах, это установка и начальная настройка Windows SBS 2011, мы установили операционную систему Windows Small Business Server и произвели начальную настройку этого сервера. Также во вновь созданный домен sbs2011.local мы подключили три компьютера. Это клиентские рабочие станции под управлением Windows XP, Windows Vista и Windows 7. В рамках сегодняшнего вебкаста нам необходимо будет создать троих пользователей. Это два менеджера и один старший менеджер, которые будут работать за компьютерами. Ну, по умолчанию предполагается, что Иванов, Петров, Сидоров работают каждый за своим компьютером. То есть это VXP, VVista и V7, соответственно. Права, в принципе, у всех у них будут одинаковые, кроме того, что Сидоров будет иметь права локального администратора на своем компьютере V7. Это будет необходимо сделать на нашем Windows Small Business Server. В общем-то, как и все прочее, механизм создания пользователей реализован в консоли Windows SBS, и в частности нас интересует вкладка пользователей и группы, и там раздел пользователи. Давайте перейдем на наш сервер, SBS 21 сервер. Вот он, откроем консоль Windows Small Business Server. Перейдем на пользователи и группы, нас интересует вкладка пользователи. Первое, что мы рассмотрим, это добавление новой учетной записи пользователя. Стандартные вещи. Ну, для начала создадим какого-нибудь пользователя, не имеющего отношения к нашему сценарию. К примеру, это будет какой-нибудь Виктор Викторов. Имя пользователя можно оставить и русским, но я предпочитаю использовать английский. Составлять логины и, соответственно, адреса электронной почты я буду следующим образом. Это фамилия английскими буквами, потом инициал. При условии, что ограничение для Windows Small Business Server это 75 клиентских лицензий максимум, то я думаю, едва ли потребуется где-то отчество. Но если потребуется, всегда можно подставить. Вот. Устраивая такое имя пользователя, вот такой вот будет адрес электронной почты у нашего сотрудника. Добавим описание, пусть это будет какой-нибудь, например, дворник. У него нет номера телефона. И затем вещь, которой нету в обычном сервере, это роль пользователя. В общем-то, по умолчанию присутствуют три роли, и подробнее о них я расскажу, когда буду рассказывать про группы Windows Small Business Server 2011. Роль – это набор групп и прав, которые позволяют пользователю делать соответствующие вещи на его SharePoint сайте, права какие-то на удаленное подключение и так далее, ну, на выполнение каких-то административных задач. Есть обычный пользователь, у него минимальный набор прав, у него есть почтовый ящик, доступ к своему сайту, доступ к компьютеру. Есть администратор сети, это максимально привилегированный пользователь, и обычный пользователь со ссылками для администрирования. Это такой, скажем так, помощник администратора. Мы выберем обычного пользователя, и сегодня мы будем работать исключительно с ними. Далее. А затем необходимо задать пароль. Присутствует подсказка, что должно быть 8 символов минимум и как минимум 3 уровня сложности. То есть цифры, специальные символы и верхний и нижний регистр букв. Зададим какой-нибудь пароль. Добавили учетную запись пользователя, она создается. Для пользователя создается, то есть создается учетная запись, создается общая папка, настраивается учетная запись электронной почты, устанавливаются квоты на пользователя, и по окончании пользователя отправляется письмо по электронной почте. Затем пользователю можно назначить какой-то из существующих компьютеров, либо добавить ему новый.
Про добавление компьютеров я скажу позже немножко, но она значит существующий компьютер для пользователя можно следующим образом. Открывается вкладка, мы выбираем, на каком компьютере он будет работать. То есть есть у нас компьютеры, и на компьютере мы выбираем, какие права ему предоставить, обычный пользователь или локальный администратор, и предоставить ли ему удаленный доступ к этому компьютеру. По умолчанию любой пользователь может зайти с правами обычного пользователя, то есть ограниченным доступом, на любой компьютер. Но это замечательно, потому что если у менеджера сломается компьютер, кто-то будет в отпуске, может быть временно посадить менеджера на другой компьютер, пока не восстановят его. Вот. Ну а исключительные права, такие как локальный администратор, предоставляются вручную. Итак, это мы сделали. Отмена. И завершаем эту процедуру. Нажимаем «Готово». Отобразилась учетная запись. И так как роль нашего пользователя – обычный пользователь, ну и значок у него отличается от моего пользователя, который создал во время установки. Отличительной особенностью Windows Small Business Server является то, что здесь можно одновременно добавлять несколько учетных записей пользователя. Давайте посмотрим на этот мастер. Ну, в общем-то, его вполне достаточно для Small Business Server, потому как пользователей не так много, их максимум 75, как я уже говорил. Поэтому какие-то средства для массового создания, такие как CSVDE, LDAFDE или модуль Active Directory Domain Device для Windows PowerShell, вам едва ли потребуются. Но они все присутствуют. Но пока что мы рассматриваем те инструменты, которые представляются исключительно для Windows Small Business Server. Итак, выбираем роли пользователей, которых мы будем создавать. Это все у нас будут обычные пользователи. И теперь мы создадим наших Иванова, Петрова и Сидорова. Так, начнем с Иванова. Так. Это будет Иван Иванов. Логин у него будет Иванов И. Почта нас такая устраивает. Это менеджер. Номер телефона можно заполнять, можно оставить. И задаем ему пароль. Окей. Добавляем еще одного. Еще один менеджер. Пароль для него. Окей. Так. И я забыл немножко, как там зовут Сидорова. Сейчас посмотрим. Ну, пусть будет Семен, допустим. А, да, Семен и есть. Неправильно подсвечено. Дальше. Добавить. Это старший менеджер. Так, зададим для него пароль. Окей. Создали необходимое количество нам пользователей. И после этого нажимаем кнопочку «Добавить учетную запись пользователей». Успешно были созданы учетные записи. Можно написать страничку начало работы для всех учетных записей, но нам это не потребуется. Готово. Кстати сказать, всем им было отправлено письмо. Об этом тоже мы поговорим, когда будем разбирать Exchange, который встроен в Windows Small Business Server, то есть почтовые службы. Пока что готово. Сейчас они отобразятся в консоли. Вот они появились. Это все обычные пользователи. Итак, я думаю, с мастерами создания при помощи одного пользователя или сразу нескольких, мы разобрались. Следующий момент – это свойства пользователя. Ну, их достаточно много. Основные вынесены, как и говорилось, в инструмент консоль Windows Small Business Server. Нас сейчас интересует это общие и компьютеры. Ну, посмотрим на все, разумеется.
Выберем какого-нибудь пользователя. Нас интересует Семен Сидоров. И выбираем изменение свойств с учетной записи пользователя. Здесь ее там можно посмотреть. Понятно, что удаленный доступ, электронная почта. Но вот они, папки, группы, веб-узлы, отвечают за свои соответствующие части. Ну вот наиболее нас интересующие это общие. Ну, интересующие в рамках данного вебкаста. Это, разумеется, общие. Сведения, где у нас представлено его фамилия, имя, его логин, его адрес электронной почты, некоторое описание. Здесь же можно отключить учетную запись или сбросить пароль. И нас интересуют компьютеры. Здесь можем выбрать, на каких компьютерах какие права предоставить пользователю. На V7 Сидору мы предоставим права локального администратора. Итак, применить. Окей. Что мы сейчас сделали? Мы сделали три учетные записи пользователей и Семену Сидорову предоставили права локального администратора на компьютере V7. Есть только одно. Но что изменения настройки будут приняты при следующей синхронизации групповой политики. Давайте проверим. Войдем на V7, например, под встроенной учетной записью. Итак, проверим локальную группу администратора. Ну, групповая политика уже синхронизировалась, поэтому Сидоров S здесь присутствует. Если мы сейчас предоставим права, скажем, Виктору Викторову, компьютеры на V7, права локального администратора, применить. Окей. То он сюда сразу не попадет. Как видим. Для того, чтобы он сюда попал, мы используем командочку gpupdate. Это как раз команда для управления групповой политикой на локальной станции. Ну и нас интересует ключик force. Выполним gpupdate force. Теперь проверим администратора и увидим здесь Викторова В. Викторов. Ну или Викторов В. Вот. Это чтобы принудительно заставить обновиться групповую политику и тем самым привилегированных пользователей занести на локальную машину. Сделаем следующее. Теперь можно спокойно входить на машины под учетными записями, которые мы хотим. То есть с данной машины мы выйдем. Прежде чем я выйду, ну, покажу, что также вы могли это сделать при помощи управления. Локальные пользователи, группы. Выбираем администраторы и видим здесь наших пользователей. Окей. Завершим сеанс. После того, как мы завершили шаги по начальной настройке, заработала служба автоматического обновления Windows. Она будет периодически нам об этом напоминать. Но разберем мы ее, разумеется, в соответствующем вебкасте. А пока войдем на систему уже под учетной записью. Сидоров S и его пароль. Для него создается при первом входе его окружение. Разумеется, последующие входы будут происходить быстрее. И здесь указывается имя нашего пользователя, под которым мы вошли, его документы открываются автоматически. Что ж, давайте произведем такие же входы на VVista и VXP. Так, VVista сюда у нас входит пользователь Петров П.
Как видим, все прошло успешно. Немножко ругается на то, что устарел Windows Defender, судя по всему. Или в русской версии защитник Windows. Тем не менее, под Петров П мы вошли. Отлично, сюда все работает. Петр Петров. И на VXP мы входим под Иванов И. Итак, параметры. Пароль. Вошли. Вошли на систему. Видим, что мы работаем под Иванов И. И все хорошо сработало. Уже апдейты пришли на систему. Можно их будет потом поставить. Вернемся на SBS 2011. Также, выбрав любого пользователя, у него открывается ряд возможностей, которые можно применить. Вот, например, сброс пароля учетной записи, если пользователь их забыл. Это классическая задача администратора, она будет всплывать постоянно, вне зависимости от размера конторы. Сбросим. Все делается очень просто. Ну или есть, например, сотрудник уволен, например, в отпуске, то его учетную запись можно отключить, чтобы он не мог входить в систему. Ну вот, нам сообщается о том, что текущая сессия будет работать, а вот уже последующая не сможет быть активирована. Так, отключили мы учетную запись нашего дворника. Она, кстати, тоже помечается сереньким цветом. Это что касается управления пользователем при помощи консоли Windows Small Business Server. А помимо этого, внутри Windows Small Business Server можно найти еще множество инструментов. Например, это классическая оснастка Active Directory пользователей и компьютеры. Это центр администрирования Active Directory, модуль Active Directory для Windows PowerShell и, наконец, редактор Active Directory Simple Interface или ADSI. Давайте посмотрим на все на них по очереди. В частности, начнем с классической оснастки Active Directory пользователей и компьютеры. Наших пользователей мы сможем найти в My Business, Users, SBS Users. И вот, например, возьмем Петр Петров, которого в конце сегодняшнего вебкаста мы удалим. Откроем вот свойства, и здесь можно посмотреть на вкладке учетная запись, например, поставить срок действия пароль не ограничен, ну то есть то, чего нельзя сделать при помощи консоли Windows Small Business Server. Также при условии, что включена дополнительные компоненты, в этом случае мы можем зайти в редактор атрибутов и изменять их напрямую. Можно добавить дополнительную какую-то информацию, если это необходимо, к нашей учетной записи. Ну и так далее. Ну и если внимательно посмотреть, то здесь мы увидим обычный пользователь со ссылками для администрирования. И администратор сети – это те учетные записи, которые используются как шаблон для создания учетной записи. Никто не запрещает создавать пользователей в консоли Active Directory пользователей компьютера. Но если вы будете создавать пользователей здесь, даже при условии использования шаблонов обычного пользователя, администратора сети или еще кого-либо, в консоль Windows Small Business Server они не попадут. Соответственно, те средства администрирования вам будут недоступны. Это что касается Active Directory пользователей компьютера. Следующий инструмент, который можно посмотреть, это центр администрирования Active Directory. В принципе, все то же, что мы делали в консоли Active Directory пользователей компьютера, можно сделать и в центре администрирования. То есть открываем наш Small Business Server, выбираем My Business, Users, SBS Users. Видим наших пользователей. Вот. И можем здесь добавлять каких-то пользователей, если это необходимо делать отсюда. Вот. Что касается этого, ну, я думаю, ничего сложного там нет. Если необходимо, делайте этими средствами. Но в таком случае вам будет недоступна работа с пользователем через консоль Windows Small Business Server.
Лучше всего создать пользователей из консоли Small Business Server, а инструменты Active Directory пользователей компьютера и центр администрирования Active Directory использовать уже для редактирования. Еще один инструмент – это модуль Windows PowerShell для Active Directory. Вот он здесь находится. Его необходимо импортировать. И теперь можем работать с пользователями при помощи Active Directory для Windows PowerShell 2.0. Вот. Ну и в частности, вот мы получили при помощи getAddUser, Иванов и свойства его аккаунта. Ну, можно получить... еще больше свойств, ну, указав properties звездочка. То есть без фильтра мы получим все свойства, какие есть. Вот, например, вот эти вот свойства, которые по умолчанию не отображались. Какие-нибудь еще из интересных. Скажем, свойства истечения пароля и так далее. Ну и последний инструмент, который можно посмотреть, помимо того, что вам также доступны любые команды, такие как dsadd, например, dsmov, get, все они вам доступны и в этой версии, если вы к ним привыкли, можете работать и с ними, почему нет. Разумеется, команды csvde, ldi, FDE, если вы хотите импортировать с их помощью учетные записи или там экспортировать, то, пожалуйста, это все присутствует, это можно использовать. Ну и, наконец, последний инструмент, который хотел показать, это редактор Active Directory Simple Interface. Подключимся к контексту именования по умолчанию. Окей. Откроем его. Выберем наш My Business, Users, SBS Users. И здесь любого из наших пользователей можно редактировать. К примеру, Виктор Викторов, его свойства. Можно их здесь получить. Ну, к примеру, вот он. Виктор Викторов, display name его и так далее. Это можно прямо здесь отредактировать. Каким-то образом. Окей. Применить. Окей. Обновить сведения. Зайдем. А, здесь не отображается. Ну, давайте имя поменяем ему здесь, чтобы было наглядно. Насколько я помню, это свойство называется name. Так, это общее name. Давайте попробуем. SN. Вот он, Викторов. Изменить. Добавим все какую-нибудь циферку. Применить. Окей. Обновить сведения. Откроем его. Ну и нашу циферку, которую мы добавили напрямую в свойство через Active Directory Simple Interface, мы уже видим в консоли Windows Small Business Server. Ну, повторюсь, что предпочтение в создании все-таки при помощи консоли, чтобы можно было работать через нее, потому как предоставите доступ помощнику, и он будет спокойно сбрасывать пароль или отключать ненужные учетные записи, ну и при необходимости удалять. При удалении учетной записи вы также можете удалять почтовый ящик и общие папки, которые создаются для пользователя. Окей, удалим Виктора Викторова. Как видим, учетная запись пользователя Виктора Викторов успешно удалена. Окей. Ну а на этом, пожалуй, что касается сегодняшнего вебкаста, все. Небольшая информация обо мне. Если есть вопросы и пожелания, пишите их мне на почту lebedefury@gmail.com.
Все новости одной строкой и подписка на них у меня в блоге на lebedev.umblogspot.com. Ну а больше видеоматериалов можно найти у меня на сайте. Сайт с google.com, сайт с lebedev.um. Ну а на этом все. Спасибо за внимание.